Всем привет, дорогие зрители! Нашел срочную продажу 4 плюс 1 с теплыми полами в районе Оба. Квартира подходит под ВНЖ для большой семьи по очень хорошей цене. 4 плюс 1. Дорогие зрители, цена 143 тысяч евро. Без торга, чтоб поняли вы. Смотрите. О, у нас здесь терраса, как бы сделали балкон, закрыли, вид на горы, рядом мечеть, рядом магазины, до моря максимум 990 метров, 950, может быть 900, максимальная, до воды, вот видите, закрыли, бассейна у здания нету, есть садик там. И этот беседка, маленький сад и беседка. Открыта парковка снаружи. Черепица. В квартире теплые полы. Что хотел показать? Здесь кладовка очень большая до конца. Можете что-то сделать из нее в будущем. 143 тысячи евро. 4 плюс 1 с теплыми полами. Некоторые вещи останутся, некоторые хозяин заберет. Кровать, например, останется. Это на месте обсудим. Квадратура здесь 16 как минимум. Это спальня. Квадратный метр сейчас не могу измерить, но квартира большая. Прихожая верхнего этажа. Вторая спальня. Видите, даже кладовка. Там можно сделать гардеробную. Вторая спальня. Сторона здесь запад-север и восток. Третья большая спальня. Как минимум все по 16-15 квадратных метров все спальни. Может быть даже 18 здесь. Это сторона восточная. Один сауна, видите, теплый пол везде. Звоните, плюс 90 555 064 91 10. И ванную в подарок получите, видите? Ванночка у нас, шкафчик, первый санузел верхнего этажа. Стиральная машинка Electrolux. Здесь окошко. Спускаемся вниз. Мраморные лесенки. Гостевая комната. Квартира с отдельной кухней. Перехожая. Есть лифт. Айдат 100 лир. Здесь хорошая высота потолков. 270, наверное. 260 или 270. Да, 270. Так. Огромный балкон, который можно застеклить. Ключи только у нас. Квартирка очень хорошая, большая и за хорошую цену. Так как срочная продажа. Отдельная кухня. Здесь можете закрыть. Холодильник Electrolux. Большая квартирка. Можно отремонтировать, сделать конфетку, а потом перепродать, если интересует. Грундик, посудомойка. Так. Здесь тоже шкаф можно до потолка установить. Четвертая спальня хозяйская. Это тумбочка. И здесь у нас санузел. Второй. Два санузла в квартире. Выйдем сейчас на балкон.
Вот огромный балкон. Здесь можете закрыть, застеклить. Будет дополнительная комната, если комнаты вам не хватает. Тут будет торговый центр в будущем, вот эта территория. Как Аланиум, большой торговый центр. Также здесь построят еще какой-то торговый центр. Чтобы понимали, здесь стройка для торгового центра. Там ресторанчики, магазинчики. Есть также дорога с этой стороны. Вот так идет к морю влево. Море как бы в той стороне. Отсюда есть дорога прямо к морю. В той стороне у нас сеть магазинов Кочташ, где продают хозтовары. Сеть магазинов Тахтакале. Расстояние отсюда до Кочташа где-то 300-450 метров максимум. Хорошее месторасположение. Рядом больница, видите, государственная, коричневая. Вот. Вот она видна даже отсюда. До него где-то километр расстояния. Огромный балкон. Вот здесь территория, вход, и там, в той стороне беседка, фруктовые деревья есть, вот парковка, дверь открывается, заходите, в той стороне есть парковочные места, сейчас покажу. Вот, паркинг, можете также на дороге где-то остановить здесь. Новые проекты, которые уже давно проданы. Это мебельный магазин был. Сейчас что-то туда переезжает вдали. Дорогие зрители, по номеру 90-555-064-91-10. Телеграм, WhatsApp, Viber. В основном в WhatsApp, если не отвечу в Телеграме. Все, с вами был Агасей из Солнечной Алании, район Оба-Кёль. Всем пока-пока.